Прием-прием, друзья, на связи Шадимен, добро пожаловать в новый видеоролик, и, конечно же, с нами Леди Леска. Всем привет. И Нубик Кубик. Привет, друзья. Прямо сейчас мы находимся внутри красного квадрата, за который нам выйти нельзя, и это на самом деле хорошо, потому что там находятся вот эти зомби. Да и выйти у нас вообще никуда не получится, получится только у зомби зайти. У нас будет неограниченное время для постройки защитного сооружения, но потом невидимая стена пропадет, и все эти зомби пойдут прямо на нас. И видите, вон там находится вторая красная линия. Там барьер никуда не денется, так что все зомби вместе с нами будут внутри, ну и мы посмотрим, выживем мы или нет. Но ты прямо сейчас напиши в комментариях, что бы ты выбрал для обороны своей базы. Систему с шипами, на которые зомби будут наступать, либо же система с лазерами, чтобы зомби через них проходили и просто сжигались. Пиши в комментариях. И обязательно ставь лайк и жми на кнопку подписаться. Все. А мы готовы начинать. Так, сегодня у нас что-то такое себе снаряжение. Тут какой-то кожаный костюмчик обычный, самый проявленный. Ребят, что-то совсем мне не нравится, похоже, что это. Мне тоже, и зомби очень много. Мне это тоже не нравится. Так, давайте посмотрим, что здесь. А здесь у нас что-то какие-то доски. Да, есть вентиляторы, есть еда. Лазеры 5 штук. А какое у нас оружие? Так, ПП, бензопила и винтовка. Так, подождите, я еще одеваюсь. Что-то вообще не важно, прям совсем не важная история. Ребят, получается. Это нереально же в таком количестве. Еще немного тормозит, потому что зомби очень много. Да, зомби много, и реально прям что-то не по себе становится. Надеюсь, у нас получится так построить все. Ага. Что? Ну ага, вот, соглашаюсь. Ха. Так, ладно. Короче, что будем делать? Смотрите, у нас есть доски, два стака досок. Что можно из них сделать? Ну, подъемчик будем делать. А может, ловушку как-то вниз падающую? А может, помните, стоп, мы а делали как в одном из выпусков? Конечно, выживание. А ты чё, Лубик, а в чем смысл был бы, если мы в креативе были? Я летала леска. Где? Ну ладно. Чё-то я не видел, чтоб леска летала. Леска под леск. Ладно. Так, нам нужно построить... что-то. Слушайте, а если вырыть ров, и туда они будут все падать, как-то вот так, а мы будем, получается, здесь на возвышенности? Не знаю, честно говоря. Типа ловушка с углублением. Нам нужно поместиться в этом красном кругу. Давайте построим три башни деревянных, короче. Сейчас я блоками тогда... скинемся блоками, не знаю, вот так вот сделаем. Я хочу башенку построить, самую обычную. Давайте на углах по башне сделаем. А, у нас, главное, дверь одна только. Если что. Подождем. Вот смотри, у меня 32 блока. Этих 32 блоков мне хватает для того, чтобы сделать вот такую башню здесь. Она, в принципе, неплохая. Так. Как по мне. И все, да, получается так? Да. Вот так. Лестница у вас есть? Сейчас. Не, Нубик, давай поменьше. У тебя тут широкую, у тебя материалов много уйдет. Так. Да, конечно. Лестниц нету. Лестницы у меня. Вот у меня две штучки. Лески две штуки, останется 4, получается. И вообще прям в порядке все будет. Так, а ты как леска зайдешь внутрь? Да я думала лестницу снаружи поставить. Шеди, вот так хочешь? А, у тебя снаружи, у меня просто внутрь можно зайти. Не, Нубик, у тебя большая, ты посмотри. Так, где там вы лестница? Вы сказали 3 на 3. Не, я ничего такого не говорил, я вообще ничего не говорил. Ты можешь просто подойти к моей башне и посмотреть. Вот, да, вот так леска вот. Леска говорила что-то про это. Так, я продолжаю строить. Ну, 3 на 3, да, с каждой стена по 3, если на меня сбоку смотреть. Так, Леска, 3 на 3, это в ширину 3 и в длину 3. Не, почему? Вот, все правильно, давайте вот такие башни оставим. У меня только вот единственное, что мне изнутри можно войти. Вот так, я внутри поднимаюсь. Вы как будете делать? А у меня этой лестницы-то нету в итоге. Так я дам лестницы-то. Или вы просто будете делать, чтобы снаружи зайти? Давай, Шейзи. Не-не, лучше... Так, подожди, спасибо. Я что-то даже не знаю, как сделать. А мы будем же вокруг? У нас нет больше ничего, опа, да? Да-да-да. У меня 3 доски осталось. У вас что-то осталось? А давайте нет, вообще нет строительных материалов. О, давайте, у нас такая башня. Нубик, у тебя есть доски еще? Да, 29. Еще 29, офигеть. Ну, можно еще что-то сделать, но... даже не знаю, что. Давайте к тебе проходы. Давайте какую-нибудь защиту заборчик. Заборчик? Снаружи что-нибудь. Давайте еще одну башню тогда построим вот здесь вот. Чтобы родопись. Построим чтобы еще одну такую для башню. Да, чтобы можно было по кругу как-то ходить. Так, а я пойду пока что шипы поставлю, но я их буду хаотично ставить куда попало вообще. Потому что у нас их всего лишь 16 штук, это очень мало. Слушайте, ребята. Все, закончились, как раз 8 хватит. Ой. Нубик, а ты не считал, сколько здесь зомби вообще? Миллион, наверное. Ну нет, несколько сотен, я думаю. Может Всё. Быть...
не знаю, 3-4 сотни. Как я посчитаю? Как я посчитаю? А, Нубик, а доски закончили или нет? Соединить можно? Так, ребята. Две есть? А у меня одна еще. А нет, у меня нет ничего. И все, вот здесь получается у нас падение будет. Так, вот так вот я сделал. Слушай, так, что-то у тебя тут... Секунду, у тебя лестница как-то странно стоит, то что... Так, не, или так можно? Погоди. Так, не, я не вот доделала, все нормально еще, теперь. Что вы мне делаете? Так, все, поставил. Теперь можно нормально тут перемещаться. Я хотела тут окошко сделать, что вы мне сделали? Окошко? Зачем? Мы же наверху будем стоять. Так, ладно. Так, что еще есть? Иди, Нубик, вентилятор ставь винтом кверху и рычагом активируй их, чтобы они дули вверх. А что вы мне зачем так делали? Чего? По-другому же я хотела. А куда их заставить? Да как угодно, вот видишь, шипы поставил. Куда пришлось, туда поставил. Фух, ну что, что у нас еще осталось из стройматериалов? Так. У меня одна досочка. У меня вентилятор. Так, Нубик, ты вентиляторы ставишь. Окей, давай вентиляторы. Так, а, у меня, вентилятор. Короче, осталось еще 5 Шики. Лазеров. А, и мины. У меня особо действует. Не-не-не, на зомби пойдет. Кто-то какой-то зомби сюда встанет, и он просто вот так повиснет, и все. Кстати, мы почему-то тяжелые, реально, стопаем. Да. Так вот, вот сейчас он включен, смотри. Ну-ка. Где? А что-то как-то реально мало поднимает. Ну-ка, если что-то скинуть на него. Ребят, вот тут мину положила возле сундука. Ты что так близко-то мину положила? Мы же сами подорвемся, если спустимся. А, положила, спустя. Ай, нет, реально положила. Леска, ты что, меня бомбанула сейчас жестко прям. Ну что ты, зачем нас так? Так это по периметру надо ставить их подальше вообще куда-нибудь. Ты что, мины прям возле нас самих же ставить? Это же вообще что-то с чем-то. Ладно, ставьте другие тогда. Ой, стой. Сейчас, аккуратно. Так. Все, не зайдет. Ну все, да, получается, защита вся стоит. Больше у нас ничего нет. Почти идеально. Ой, ну Бео занимается той постановкой. Вот так сделаем. Короче, с одной стороны, какая-то лестница странная тут. Ладно. Да это леска. Так, это я вот так выключу. Так, Нубик, сколько у тебя еще винтов? Кстати, возьмите оружие свое. 4. Комплект. Так, я оружие беру. 1, 2, 3. Так, и вот это все я сейчас уберу. Оно мне не надо будет. Все, и так, мины. Ребят, слушайте, все, мины. Алиска, ты мины подоставила, да, уже? Осторожно, Нубик, подорвет. Я только 2 штучки поставила. А я прям возле этого невидимого барьера сейчас раскидаю. Ой, тот. Чтобы они вообще припухли, когда. Когда побегут на нас. Так, где мое оружие? Бензопилочка. Взяли, Нубик, ты взял оружие? Сейчас. О, ребята, так, ладно. Все, быстрее, пойдемте прятаться. Кто-то курочку не взял, кстати, в сундуке. А, подожди, не, я взяла, это скорее. Я тоже, у меня с собой. Ха, ну бас. Ну бас, тарантас, все, я готова. Все, заходим в дом. Давай. Единственное уязвимое место, это вот это, ребят. Вот здесь проходик маленький, он такой самый проходимый, через он можно зайти. А что тут вы все поназакрывали, то что не зайдешь ни в какую башню. Знаешь, что сделаем? Чего? Давай вот так вот сделаем, подожди. Чего? Опа, чтоб не прошло. А, ну все, давайте, хорошо, проверим заодно, как это сработает. Ну что, теперь нам единственное, что остается сделать, это отключить невидимые стенки, и все. А для того, чтобы это сделать, я сейчас припишу команду, но перед этим я поем. И смотрите, я теперь делаю так. Я пишу replace 166 на 0, это значит заменить барьерные блоки на ничего. 3, 2, 1, поехали! И сейчас, ребята, как вы можете видеть, они очень медленно идут к нам, потому что их очень много, и они просто лагают, они тормозят очень сильно. А? Нет, это мины. Не-не-не, это мины взрываются. Ребят, как они тормозят, смотрите, сколько их. Так, вы зафиксируйте. Стойте на своих позициях, потому что, мне кажется, с нашим движением тоже что-то может произойти, и мы залагаем очень сильно. Не-не-не-не, пожалуйста, только... Капец, Майнкрафту плохо, очень Майнкрафту плохо сейчас. Ребят, давайте мы их чем больше так, уберем, тихо. Тем быстрее все отлагает. Они внутри, прямо в центре стоят, ребята, на наших иголках. А как вы зашли-то, алло? Ну хотя, что не зайти-то? На лазерах стоят, короче. Да пока нормально. Пока нормалек. Стойте, а как они сами коцаются? Я чуть не понял. Может быть, это отложено действие? О, полегче, ребят, стало, полегче стало. А может быть, они сами себя мочат из-за того, что они просто их очень много, они друг на друга наступают? Давят? А может, от пуль все-таки, нет? Ну откуда? Стоп, а почему так легко? Я не знаю, мы что-то какую-то изичную защиту сделали. А вон там один ходит. Эй, ты, чувак, давай, идем. А он за там, за барьером. О, все, что ли? А, мы не пробиваем барьер, поняла. Что? Стоп, а что так изи вообще, я не понял. Почему так? Мне понравилось. Мне, знаете, кажется, что произошло? Мне кажется, короче, мины, они взорвались. И все, они весь эффект, короче. Они полностью. Короче, давайте проверим нашу защиту на 4 зомби-мутантах.
И на этом закончим. Потому что у нас супер быстро реально получилось, я такого не ожидал. Поехали. Так, ребята, у нас появились два зомбака, сверху видно хпшки. Это не зомби-мутанты, но они явно будут сильнее, так что будьте аккуратнее с ними. Так, давайте попробуем их заманить также внутрь нашего защитного сооружения. Ух ты! Вы залезаете? Они поместятся сюда или нет, как думаете? Да, я залез. Я хочу, чтобы они зашли сюда внутрь. Нобик, а ты где? Давай. Я лазеры просто. Ага, все понял. Так, что они там ходят? Придите сюда, на эту сторону башни. Давайте. Идите сюда. Ну-ка, давайте, заходите сюда, вовнутрь. Ты, конечно, не бесится. О, не-не, смотрите. О, все, Владик. Смотрите, как ХП быстро отнимается у него. Хотя, не особо быстро. Нет. Ладно, давайте им поможем. С гадом так, быстрее. Так, погоди, ну что такое, перезарядка не вовремя. С каким гадом еще? Гадом. О, Нубик, нифига, ты что, сленг используешь в своей речи? Что? Сленг используешь? Это Нуб-то что? Вообще крутой у нас, Нубео. Нубик. Чё-то не слышу, Нубика. Ган — это автомат. Ну я понял, ну что ты прям по сленгу говоришь, жесткий, да? А что такое сленг? О, ну бас, понятно, ган говорит, а сленг не говорит. Зажимай барьера, зажимай. Капец. Ладно, что-то они пулемёт вообще... Пулемёт на очередь. Без Владики. Шансов у них, без шансов вообще. Ну-ка. О, тихо, у меня одно сердечко осталось. А зачем ты полез сам? Мне хотела, я хотел, вернее, просто интересно посмотреть. Интересно стало посмотреть, насколько они сильно бьют вообще. Может, они реально даже бьют слабо очень. Ребятушки, мы победили их всех! Ура! Все, изи. А вот как того достать? Скажите мне, как его достать там? Подпрыгнуть высоко-высоко. О, нет, стойте, у меня идея есть. Сейчас. Подкоп делаем. Я тоже хочу. А так я же уже этот... Раскопал? Залез. Стойте, так я же этот уже забрался. А, ты оттуда, это неинтересно. Подкоп интересней. Где? Все, а зато мы выбрались из нашего багера сегодня. О, ну было, у тебя было столько блоков. Ну что же, друзья, я, честно, вначале думал, что все будет очень плохо, потому что у нас было очень мало материалов, но наша супер маленькая защита, она быстро уничтожила маленьких зомби, и с большими мы тоже справились очень быстро. Ну что же, на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике, и всем пока-пока. Пока-пока, друзья! Всем пока-пока!